Здарова, чуваки! Сегодня у нас реакция на ролик, который называется «Самый тупой читер в GTA сам» от канала Strafe. Погнали посмотрим. Сегодня я наткнулся на читера, который работал таксистом и с помощью читов осуществлял экспресс-перевозки. Я решил сразу его не банить и дал ему второй шанс, но при условии... Знаешь, на что похоже его манера говорения? На Кингдэма. Да, вот ужасно. Прям похоже. Прям Кингдэм, прям очень сильно похоже. Как по манере говорить. Кингдэм. Только без лица. Только с другим микрофоном. И без монтажа, и с другим микрофоном. Короче, другой Кингдэм. Если он правильно ответит на вопросы школьной программы... Не, ну с монтажом, ну в смысле не с таким монтажом, а как у Кингдэма. ...который я ему задам. Так, звонок для учителя! Ну быстро сели и записали домашнее задание! К следующему ролику вам нужно зайти на Arizona Tucson, написать команду /mm и в пункте промокод ввести хэштег Strafe и получить на халяву 600 тысяч вирт. Кто не сделает, тому два в четверти! Вот он наш красавчик. Адам Баранов, действительно ли он... Знаешь, да я в такое такси не рискнула бы садиться. Посмотри, какое оно все раздолбанное. Адам Баранов. Дают Баранов, я не знаю, но спидхак у него точно есть. Поломались. Блин, и что теперь? Ах ты, говнюк! У него даже двигатель не заведен, он тупо в наглую сейчас едет на спидхаке. Получил? Ну что, дружок, попался? Попали. Иди-ка сюда. О! Салам алейкум! Подай баранов! Чего? Баранов подай! Обычных! У меня нету баранов! А звать тебя как? Адам Баранов! Ну так отдавай! Баранов! Я Адам! Отдай! Адам! Это было похоже? У тебя штрих-код. Нет, у меня не штрих-код, это чёлка. Это чёлка. Это чёлка. Это чёлка. Ну отдай! Я Адам Баранов! Ну так отдавай! У меня нету баранов! Я вас забаню! За что? За то, что не отдаете баранов! Извините, пожалуйста! За проще что? Проще смириться. За спид! Что? У меня спид! Бедненький! Давно? Вчера скачал! Я вас забаню! Спидхак. Забаню! За неотдачу баранов! И за спид! Я сделаю, что хотите, только не баньте. Ладно. Какой твой любимый школьный предмет? Парта. Предмет, я спрашиваю. Парта. Парта. Школьный любимый предмет парта. Парта, ну как бы да. А мне любимый стул. Ну на парте что не посидишь, ты же за ней просто опираешься. Мне кажется, стул круче. Как бы не придерёшься. И не поссоришься. Доска же нравится. Урок какой тебе нравится? Общество беременных женщин. Чего? Отдай бомжу жвачку. А, ОБЖ. Ну, ОБЖ. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Петухом. Петухом? Пастухом. Пастухом? Петухом. Так петухом или пастухом? Пастухом петухов. Не знаю, еще не определился. Мой папа. Или пастухом петухом. А мама? Шлюха. Кто? Шлюха. Шлюха? В смысле, швея, наверное. Швея. Да. Шлюха. И что делают шлюхи? Шлют. Логично. Я в Б. О, и я в Б. А я и в Б, и в А. А я и в А, и в Б, и в Г. А я и в Б, и в Г, и в А, и в Д, и в В. А ты... Это что-то как песня Скриптонита. А я и вей, вай, гей, вей. Чего? Класса? Слышь, номер? Кабинета? Класса! 426. Их всего 11. Нет, кабинетов много. В каком ты классе? 426. В классе ты в каком? 426. Номер класса! Какой номер телефона. Таблица умножения. Как он там орал? Знаю. 5 на 2. Как нечестно? Что нечестно? 5 на 2 нечестно. А 9 на 2? Как только... Тоже нечестно. Поровну людей не забей, должно быть. Хорошо. 5 на 5. Честно? Что честно? Ответь честно. 5 на 5 честно. Квадратный кольц. Слушай, этот если чувак бы сдал какой-то экзамен, мне кажется, он бы сдал просто, наверное, за минут 10. Просто преподы бы нервы сдали бы и все. Ты сможешь найти? Если лопату дашь, найду. Зачем тебе лопата? А как я корень искать буду? Головой? Мне что, головой землю копать? Зачем копать? Корни в земле растут. Корень уравнения. Да хоть березы. Найди мне корень. Какой? Уравнения. Тебе? Мне. Зачем он тебе?
Х умноженный на 4 равняется 12. Найди мне Х. Х? Найди. Нашел Х? Ты не нашел. Нашел? Вот же он. Найди мне Х. Х? Найди. Нашел? Не нашел. Нашел? Вот он. Что такое X многочлен? Замечательно. Это когда много членов. А что, если член поделить на многочлен? Член по кусочкам. А что такое трехчлен? Три члена. А что такое квадратный трехчлен? Три квадратных члена. Из Майнкрафта. Ты не поставишь? Да? Синус числа пи. Писинус. Какой писинус? Писисинус. Какой писисинус? Я в химии не понимаю. Я в химии не понимаю. Это математика. А я думал, физика. Ты летом книжки читал? Читал. Стихи учил? Учил. Рассказывай. Ах, уели. Ах, уели. Ах, уели злые волки. Разбросали. Разбросали. Разбросали все иголки! Вон из класса! Могу рассказать сказку? Давай. Как ты где насрал? Коляску? Ну, классика. Насрал. Кто? Дед. Куда? В коляску. Ну? Че? Сказку или стихотворение рассказывай! Мух сел на варенье, вот все стихотворение. Такого я не слышал. Я слышал. Да? Да. Скажи мне, пожалуйста, кто в 1812 году захватил Москву? Не знаю. Наполеон! Торт захватил Москву? Какой торт? Это человек! Сейчас будут шутки про Цезарь, про салат, да? Вот это торт! Я его ел на юбилей у бабушки! Хорошо! А кто раньше правил Римской империей? Салат. Ну, Цезарь! Салат правил да, Рим? Я так какой думала. Салат? Цезарь! То есть ты хочешь сказать, что торт захватил Москву, а салат правил Римом? Да. Идиот. Кем был Иван Грозный? Программистом. Программистом? Да. И что он программировал? Сайты. Логику включай. Хорошо, я постараюсь. Кем был Иван Грозный? Грозным. Кем был Александр Пушкин? Пушкой. Кем был Петр Чайковский? Чаю. Кем был Александр Попов? Попой. Кем был Лев Толстой? Толстым. Кем был Петр Первый? Первым. Кем был Николай Второй? Вторым. А кем был Александр Третий? Третьим. Логично! Сколько длилась столетняя война? 100 лет. В каком месяце была Октябрьская революция? В октябре. Где была Московская битва? В Москве. Где придумали киевские котлеты? В Киеве. Где... Смотри, хорошо стало работать, да? Вот дела собака зарыта, да? Придумали тульский пряник. В Тульске? А где тульский адыгейский сыр? В Гейске. Последний царь на Руси? Путин. Кто крестил Русь? Это хороший ответ. Да. Путин. Кто открыл Америку? Путин. Кто президент? Я должен такой, Путин вылезти такой, типа, кто одобряю. Кто президент мира? России. Обама. Что? Россия! Кто живет в Краснодаре? Краснодарин. Кто живет во Владимире? Владимиры. Кто живет в Ярославле? Ярославы. Кто живет в Иваново? Иваны. Кто живет в Рыбинске? Иваны. Рыбы. Кто живет в Киеве? Киевские котлеты. Кто живет в Чите? Читеры. Кто живет в Адыгее? Адыгеи. Кто живет в Пензе? Я. И кто ты? Пензец. Полный пензец. Кто построил египетские пирамиды? Таджики. Кто построил Бизанскую башню? Кизуны. Где находится китайская стена? В Таджикистане. Что сделал Геракл? Накакал. Между кем была Вторая мировая война? Между цыганами и узбеками. Из чего делают изюм? Из старых бабушек. Из чего делают шоколадки? Из оленок. Какие грибы растут под сосной? Под сосной. Что измеряют спидометром? Спид. Откуда появляются дети? Из жопы. Что? Что? Ну да. Английский знаешь? Там же дырка. Как на английском будет вниз? Не знаю. Down. Сам down. Идиот. Это английский. А? Понял. Как на английском будет отель? Как? Hotel. Чё хотел? Ничего не хотел. А чё говоришь, что хотел? Отель. Hotel. Чё отель хотел? Отель хотел. Ничего он не хотел. А? Ну ладно. А как это морёт, на английском будет оружие готово? Не знаю. Гандон. Сам ты гандон! Идиот. На английском скажи что-нибудь. Привет. Слова на английском скажи. Слова. Слова. Английское слово скажи. Слово. Слово, да. Скажи мне на английском привет, как дела. Привет, как дела? Конечно. На английском. У меня плохо с английским. Я только французский знаю. Хорошо. Скажи что-нибудь на французском. Hello. Это английский. My name is Adam. Это английский. Как заработало. Как
Это английский! Ты хотя бы алфавит знаешь? Да. Одну букву я, одну букву ты. Давай. А. Говно! Идиот! По алфавиту идем! А, точно. А. Б. В. Б. Г. Б. Дальше что после Б? Не знаю. В. Давай заново. Давай. О. Б. В. Г. В. Д. В. Ну, дальше. Его заключила на В. Залипание клавиш просто. Тебе. Чего два? Тебе два. Что два? Тебе два. 2 рубля? Два в дневник. Зачем мне 2 рубля в дневнике? Я задаю тебе последний вопрос. Если ты отвечаешь на него неверно, блин, говорит сейчас как этот. Готов? Да. Как называют человека на велосипеде? Велосипедён. Велосипедист. Получилось внезапно. Велосипедист. Велосипедист. Как он сказал? Велосипедист. Отчислен! Это было странно, видите, но оно было смешное. Это было странно, да. Я думаю, ну знаешь, как делалось? Мне кажется, он сам как-то какие-то шутки придумал и создал какой-то аккаунт. Ну, есть народные такие, то есть много известных. Ну да, много известных шуток. Некоторые он как-то по-разному скомбинировал, потому что некоторые уже ты начинаешь в процессе догадываться, что там дальше будет. И не надо говорить, что Алина там смотрела, я знаю, сейчас так напишут. Но было прикольно. То есть, получается, он как такую ситуацию разыграл. Нет, я думаю, значит, он люди скажут, вы не поняли, это на самом деле был читер, это он такого человека нашел, он там реально, с ним разговаривал. Реально тупее. Да, вот так и получилось. Тогда не тупее. Тогда да. В общем, ролик был угарный, смешной. Посмотрим еще что-нибудь от этого автора. Все, пока. Неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.